Маньчжурге Кангушо. То есть мы имеем варианты. Маньчжурге, затем из Хошигамай, двойная атака. Или рука вытягивается, да, в особом товарте. В некоторых случаях мы делаем это коротко. Некоторые инструктора делают широкий круг и потом занятия. То есть как работать в таком сочетании? Кизанэцуки. Кизанэцуки. То есть мы также работаем или в случае удара в корпус второй рукой, то есть блокируем. Потом или сразу входим в атаку, по сути джонка, да? Только эта рука так и остается, не отходит сюда. Да? Сразу остается еще один пич, второй удар, пич, на второй. Или размах и потом удар сюда или туда. То есть или вверх, или вниз. Размах. Сам этот размах также иногда мы можем использовать. То есть сама переход по щегома это производная на сотовой. То есть производная других техник. Мы получаем промежуточную позицию, которая как сотовый. Ну, при кизанцу. Заблокируем удары. То есть заблокируем и другой рукой в корпус. То есть блок заблокирование. Блок. Или в корпус. То есть вот туда. Там у нас удар. То есть производная. Там как я сам. Атака. Идем в школу, пара сам делается. Другой рукой также, если атака идет в голову, то есть я блокирую в корпус, отсюда. И потом отсюда также. Двойная техника на обратно уже просто хейгуцки. Просто хейгуцки. Так как тело сильно скручено. Еще раз кизанцуки. Ну, как вариант. Раз я нанес сюда, например, нанес сюда или в корпус. Нанес сюда в корпус. И если в случае удара в голову, то эта же техника найдет и по верхнему уровню. Ну и в чистом виде при более близкой дистанции блок отгибается. Мы получаем текисюда. То есть вариант текисюда в чистом виде, в текисюда мы присутствуем. Старая версия, обычно нормально чинке, все такая, мы разворачиваем децу. Ну и здесь также децу. Еще раз, да? То есть сюда идет я удар, атака, блок. Вхожу. То есть вот такая вот форма. Само собой, более короткие формы будет места будет так же. Кизами зубища идет, я нанес удар. Двойной отсюда локти. То есть вместо могу опустить, вместо кинцу нанести сразу удар. Еще раз. Рич, заблокировал, иду вниз удар, размах и сразу вхожу с ударом локтя.